станция метро Окская. Станция новая на Некрасовской линии. Выход в город идет сюда. Нам на выход не надо. Мы сейчас пойдем на другую платформу. До следующего поезда есть 3 минуты. Как раз мы успеем посетить ту платформу. Так, переходим на другую платформу. Вот у нас другая платформа, мы сейчас пойдем вниз. Уже едет тем временем поезд на эту платформу. Походу. Так, тут служебное помещение, торчать нам тут нечего. Ну, в принципе, платформа ничем не отличается. Так, в какую сторону вперед едет? Непонятно пока что. Скорее всего, едет сюда. Все, едет. Давайте тут поближе подойду как раз. Несмотря на то, что здесь служебное помещение. Все, поезд едет. Так, я вот здесь лучше встану. Москва прибывает на станцию Окская. Ладно, на этом я закончу обзор старт станции. Автор видео Константин Фурьев.